Друзья, всем привет, вы на канале Анги, и сегодня у нас специальный гость. А если вы хотите мне помочь, просто посмотрите видео от начала и до конца, потому что YouTube любит удержание. Жак, прошу. Bonjour, je m'appelle Jacques Mathis Pigeon, и сегодня я покажу вам, как написать французскую музыку. Здорово только, господи, сейчас как понапишем, и багет зажуем. И ты кто? Ну как же, это Никита Кострома и Мойша. Еще и Мойша. Кто тебе обещал, что будет удобно жить? Я не могу так работать. А куда ты денешься? Жить захочешь, будешь вертеться, мой дорогой. А чего? Я ж не мешаю, я смотрю, так сказать, по-отечески наблюдаю. Так, ребят, я вам тут разрешил остаться не для того, чтобы вы галдели. Сами же попросились и сказали, о, мы шуметь не будем, мы тихо посидим. Все, я молчу. Но музыку я тебе больше не напишу. Ладно, сначала мы напишем мелодию. Кларнет поставь, пусть лежит. Мелодия должен быть немного кокетливая, легкая, как мечта. Сетарев. Господи боже мой, кто ж так пишет-то? Так можно взять со скуки да и помереть? Давай гусельки напишем. Мерти, голова тиква, это французская музыка, ты должен быть шар, мутанчон. А, так мы французщину пишем, я-то думаю. Что ты тупенький-то, а? Я ж тебе объяснял, сегодня мы пишем французскую музыку. Мы для этого даже специально француза позвали. Так это француз! А я думаю, чё он куртавит всё время? Так это, а правда, что у вас лягушки едят? Вообще-то, это у нас деликатес. А то у нас лягушек целуют, они в принцесс превращаются. Не, ну эрудиции у тебя, конечно, как у меня седины. Так у тебя ж в помине седины нет. Жак, продолжайте, не обращайте внимания, всё. Далее нужно написать гармоник плен. Это могут быть аккорды или фигурацион, но мы возьмем, конечно, ле аккорды, чтобы соответствовать антуражу. Ох, сколько слов-то заморских, господи. Это ты еще к доктору не попал, он тебе нервы расчешет, мой дорогой. Теперь нужен бас, потому что басы — это база, на которой строится вся гармоник и характер. Лучшая идея для баса — это контрабас. Да ты шо? А я думал, ты флейту пикколо поставишь, утонченный ты наш. Отстань от меня, барахольщик! Еще и обзывается. Что, правда, глаза режет? Сеня, ну что ты в самом-то деле-то, господи? Я Мойша. Какой Сеня? Где Сеня, где Мойша? Послушай, он же не виноват, что ты выглядишь как барахольщик. Тебя селедкой побить или скормить тебе лимон? У Сони на балкончике знаешь, какие лимончики? Скрутит. Сейчас выгоню вас отсюда, понятно? Жак, продолжайте, все. Когда все три основные части готовы, нужно выстроить структуру. Вступление, затем тема, затем момент, чтобы отдохнуть и помечтать, а затем снова мелодика и концовка. О, вот это наворотил. Запишу. Ты когда писать научился? Когда записал себя в образованное? Сём, ну подожди, ради бога. Если ты еще раз назовешь меня Сёма, то бога нет. А для того, чтобы послушать этот трек от начала до конца целиком, заходите в Telegram по ссылке в описании. Там мы общаемся с Жоржом, и он рассказывает, как и что снимается. Милчик, прошу тебя, подпишись. На Бусти, кстати, уже вышли неудачные дубли. А теперь ты мне ответишь за барахольщика, а тебя я научу правильно разговаривать. А шо, я неправильно? Что ты думал, я просто так буду сидеть? Шо, шо ты возникаешь? Я буду там какой-то, чё ты мне сразу тут начал говорить? Да ты чего? Ты знаешь, что это разные... Ну, в общем, до встречи.